Для этой подушки я связала вначале шнур. И чем интересно вот связать самой такой шнур? А тем, что его можно сделать разным. И как же я сделала этот шнур? Сейчас расскажу прям подробно. Вот здесь у меня 5 бобин, нитки, вискоза. Это нитки такие вот тоненькие. И я взяла на машине 3 класса вот 5 таких ниточек вместе и сделала шнурок. Я поставила к машине эти 5 бобин, сложила все 5 ниток вместе. Вот так я набрала 15 игл и просто вяжу ряд за рядом. И у меня получается шнур такой. И этот шнур потом как раз уже как нитка для вязания, его можно вязать. Я сейчас покажу на шерсти. Собственно, эта техника, она известная. Вот так из шерсти, из вот такой вот, вяжут большие одеяла. Это как вязание крючком. Поначалу делается вот такая вот цепочка. Петли можно рассчитывать, какие они будут. А потом из них уже дальше делается следующий ряд. Вяжут это прям руками. Вот так, следующий ряд. Следующий. Их на самом деле нужно вымерить, чтобы они были все одинаковые, а то они будут разные. И вот так точно я свою подушку и сделала. И что интересного в нашем случае, это то, что вот эту вот нить мы создаем сами, а поэтому можем использовать разные остатки, можем какие-то ниточки менять или добавлять. Мы, собственно, создаем эту нить для вязания самостоятельно.